перегнать. Здесь маленькие должны большие перегнать. Дальше. На линию, по-честному, на линию, на линию, на линию. Приготовились. Дальше. Давай, готовься. На линию, вот здесь линия, вот сюда на линию. Начинай. Следующий ряд. Давай, на линию. Все с этой линии будем начинать. Вот отсюда. Приготовились. Это спиной, да. Спиной. Да, молча. Спиной. Ты закрыли. Следующий ряд. У вас тренировка идет. Будем разобраться и решить, откуда стартовать. Заходите на татами, чтобы там до секунды стоять. Так, ну что там за баловство? Давайте повнимательней. Чуть-чуть еще вперед сюда шагайте. Сели. Сейдза, арза. Так, молодцы. Чуть вперед. Вот там последний ряд у нас на этом самом. На паутине. Еще давайте вот на эту линию, чтобы все влезли в линию. Сегодня как таковые болевые приемы разбирать не будем, потому что некоторые начинают гнаться за болевыми приемами, а ничего сделать не могут. Они ищут какой-то болевой прием, руку, ногу, куда-то что-то сделать. А на самом деле, чтобы прием сделать болевой, вот, допустим, ложись сюда, на спину ложись. Некоторые стремятся, вот увидели руку, лишь бы ему на руку как-то сделать прием. Но если я его не держу, если я не держу его центр тяжести, он легко от этого приема креветку делает, он уходит и все, ногами, руками упирается, я его не держу, уже не контролирую. Вот здесь, кстати, в креветке надолго нельзя зависать, потому что он классически классно сделал креветку и остался здесь такой, а, ну отлично, спасибо. Креветку, если мы сделали креветку, вы должны раз, сразу собраться. Вот такое положение. В борьбе вот такое положение собранное должно, собранное. Если у меня нога прямая, это мишень. Если нога прямая, мишень. Если шея вот такая вытянутая, это мишень здесь, да? Руки тоже самое. Вы должны быть вот все время собраны, собраны здесь. Здесь все, везде острые углы. Да, здесь, где круглое все. Вас не должны раскатать, вас не должны вот так вот сделать. Соответственно, чтобы ему сделать болевой прием, соберись нормально, соберись. Вот. Он собрался здесь, у него все закрыто, он локти спрятал внутрь, локти спрятал здесь. Где у него локоть? Я не могу ничего, я знаю только болевые приемы. Я ничего не могу ему сделать, потому что он весь закрыт. Чтобы его победить, мне надо будет сначала его раскрывать какими-то техническими действиями, обходить его защиту, он вот так начинает бороться, начинает ногами меня что-то там подцеплять, ронять, толкать вот здесь. Мне неудобно. Я должен сначала его всю защиту обойти защиту, центр тяжести его вытащить сюда, заблокировать центр тяжести. А после этого я могу уже какие-то болевые приемы ему делать. Ага. Вот до тех пор, пока вы его не раскрыли, никакие приемы не получатся. Вот он здесь все меня поджимает, я тянусь к его шее, ничего не получится. Он меня ногами только будет цеплять, отталкивать. Сюда толкнул, сюда подтянул. О,
есть я должен буду сначала его все это обойти. Всю его обойти защиту хитрыми действиями какими-то, зафиксировать его, а потом уже делать какие-то приемы. Понимаете? Поэтому сейчас задача моя будет. Я его здесь держу. Его задача будет из-под меня выползти. Я могу его здесь держать. Он делает креветки, какие-то еще действия. Выползает. Моя задача его удержать. Он снова выползает. И так далее. Как только он выполз, поменялись ролями. Вот он меня пытается придержать. Оп, ну не получилось. Ну, давай еще раз. Что-то снова куда-то промахнулся. Вот не давайте центр тяжести свой. А? Какими-то креветками, какими-то еще движениями. Вы должны из-под него выползти, чтобы он не прижал ваш центр тяжести. Можно просто вот так скрутиться и просто вообще не дать ему всем прижаться. А если он вас вот так растянет, то тогда он любой прием сможет сделать. Задание понятно? Давай. По парам. Примерно по лесу, по росту, подберите себе. Разойдитесь, место есть. Вон мальчик один, иди к нему. Давай спросим, бороться будешь ли? Вот меня, кто меня здесь.